Всем привет, дорогие друзья. С вами сегодня, как вчера, как и завтра, Артур и Артём. Привет. Мы продолжаем проходить Diablo 3, и нам нужно зажечь сигнальные огни, в общем-то, которые охраняют какие-то непонятные твари, но здоровые. Да, в прошлой серии мы один уже зажгли, но автосохранение получается с самого начала локации, придется делать все по новой. Ну ничего страшного. Ну ладно. Ну нам в прошлый раз неплохо так прописали. Да, отхватывали мы тут, конечно. Потому что количество их тут. Еще сейчас разберем, что-то у меня притормаживает там. С чего бы это? Так, сейчас я так вспомню как управление. Падший владыка. А, здесь же такие здоровые были твари эти, да? Да. Изрыгающие там демона. А что это они делают, то, что мы шевелиться не можем? Видимо, да. Блин. Ну сейчас получится. В прошлой серии, кстати говоря, офигенный был трейлер. Ой, не трейлер, а ролик. Я посмотрел еще раз. Да. Вообще обалденно. Редкий двуручный меч тебе не нужен? 47 урона. Да нет, я в каждой руке по дурке ношу какой-нибудь. Мне нравится. Единственное, что у меня защита вообще никакущая. У тебя, по-моему, защита гораздо лучше у меня. Может быть, да. Да, блин, зелье не могу поднять. Вот еще. Может быть. Ну, а сколько у тебя там доспех? У меня 66 броня. Так. 62. Ну, не сильно там, в принципе, хуже. Ну, там в целом надо смотреть. Ну, да. Что-то сегодня у меня FPS скачет. Ну ладно, после серии. Это поначалу. Такое стандартное явление. Не, ну... У меня, по крайней мере. В Diablo. Ох, ёлки, надо их потихоньку вытягивать, по-моему. Надо да, что-то они если, прям. Конечно, они не будут респауниться бесконечно. А, ну да, тут же такая бабайка здоровая. В общем, мы идем сразу наверх сюда. Очень есть подозрение, что если мы сейчас наверх пойдем, то просто вся эта куча и там еще куча. Ну... Нет никого. А он не тут был? По-моему же он тут был. Да вот и я ж так думаю. Может это рандом какой-то. Не знаю, но в итоге окажется, что мы его уже как бы убили, его нет. А нам все равно 5 нужно. Вот это будет смешно. Может быть, да. Тогда я не знаю даже. Да ладно, самое главное, что локация вообще офигенная. Просто там снизу он постоянно кто-то рубится. Ну сейчас не видно. На перерыв ушли все, наверное, на обед. Ну да. Ну просто... Замес уже начался конкретно. Ох, хорошо так стучат. Катаны, Беляла размотали, заключили камень душ. Белял, душный парень был. Да, такой. Ну здесь сюжет такой вот. Мы, в принципе, за сюжетом не следим, но тут игра такая. В ней сюжет там тон-тон-тон. В принципе, да, довольно. Враги сожгли родную хату. Блин, враги сожгли еще одну родную хату. По-моему, там снова что-то сожгли. И бегали так по кругу. Битвы тоже. Это так, глав. По-моему, вот от этих камней стреляющих все же стоит уворачиваться. Это факт. Это они как-то больно так сносят. Постой, пацанчик. Нужна ярость. Неплохо стучат. Надо отдать им должное. Нужна помощь. Ой, да, сложности сейчас... в этом акте поприбавилось. То есть мы уже буквально там почти 5 минут продвинулись совсем на чуть-чуть. Да, здесь стараться нужно именно не так, как раньше играли, а уже учиться постепенно, потому что если мы дальше так будем играть, то, похоже, далеко не уйдем. Ну, в принципе, геймер со стажем, но... Да, разберемся, ничего не справимся. Придется постараться все равно, я так думаю. Ты посмотри, сколько тут... Нет, есть ощущение, что они прям респаунятся здесь, потому что сколько мы стучим, а что-то меньше не становится. Давай попробуем просто ломить вперед. Ну, они, по-моему, с лесенки спускаются просто. Я дневник нашел. Да, очень вовремя. Да уж. Здесь какой-то проем, я в прошлый раз не замечал. Так, ну пускай. Пускай зачитывает пока. Ох ты, какой голос. Да. Мы почти захватили бастион. Последний, кого нужно убить. Многие из вас уже поедают трупы врагов и упиваются их кровью. Но сейчас не время останавливаться.
Я вон хочу, чтобы вы захватили крепость. Внизу там вообще все страшно как-то. Вместе с ее командиром до рассвета. Мы, наверное, просто еще не дошли. Ко мне, хотя бы сюда надо быть. Весь мир он ляжет жарится. К нашим. А, ну уже кончилось. Мы, наверное, просто не дошли еще до этого огня. Вполне возможно. Блин, ну ты посмотри, просто орды. Это как этот, из Арграш. Да. Рашим, рашим их, пацаны, рашим. Их всего двое. Да что ты, блин, вот эти падшие пехотинцы. Этих напоминают. Играл Overlord игрушку? Конечно, вообще шикарная вещь. Вот такие же. Первый прошел, во второй там начал как-то. Диск такие. Купил, до сих пор лежит. What do you want, master? Master! For the overload! Я ржал с этой игры. Особенно когда они начинают там на бошке цветы, чайники постыкно натягивать. Тебе, пожалуй, лучше отойти там от этой кислоты. Да, 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 да. Как-то за кислоту подзабыл про всех. Давай, давай, давай! О, вынесли всех. Давай, говно! Да, я видел ту картинку. Не, там самое смешное, это когда этот начинаешь таким маленьким оверлордом. Ой, блин, сам сказал и сам начал. Когда, короче, такой детей пугает. Да, этот уровень я прошел. Темный властелин без. Ах, как меня жжет. Меня сейчас вполне возможно нарежут. Мы, конечно, постараемся этого не допустить. Сдох. Самое сдохшее. А, ты ко мне же не можешь телепортироваться, да? Ну, если только могу, в принципе, через город. А тут, в принципе, бежать не так далеко. Что, слава богу, чуть тебя подожди. Далеко зашли. Да, ну, в принципе, нормально, так справляемся. Вон снизу там мясо идет. Пока посмотрим, что пацаны делают. Пацаны дерутся. Пацаны наших бьют. Пацаны. Так, ну ладно, я потихоньку начну. Да, давай. Я сейчас подойду. Стараюсь ни на ком тут не зацикливаться. Не всех мы все-таки убили. Но тем не менее. Вот этот вихрь у меня, он вполне такой неплохой. Помаленьку сносит, но удары очень часто делает. Давай. Отлично. Есть. Так, ну там уже один огонь. Ты постоянно в самый центр ловишься? Не мог. Тебя окружают. Я за тебя побаиваюсь временами. Я прос. Опасный ты человек. Опасный фотик. Да. Попытаюсь убить этого изрыгателя, конечно. А сколько вообще в игре актов? 3 или 4? Или 5? Я даже не знаю. Ну вот именно игра в плане того, что пройти один раз, не задрачиваться на ней, а и... Ох, ёлки. Там... Я что-то не туда зашел, там мне не рады. Там как... О, у меня вещи ломаются, кстати говоря. Респаунер ты убил? Так, есть. Один огонь я зажег. Отлично. Да, блин, что ж она мне показывает все время? А я сейчас огребусь. Да, огребусь. Ладно, сейчас я прибегу. Давай, подходи. Я тут тоже как бы в полном анусе нахожусь. Так, ну, тебя, возможно, сейчас убьют. Я не знаю, может мне в город смотаться, да починиться, меня что-то вообще все поломали. Ну, кстати, да. Я сейчас тоже, наверное, тут чуть-чуть разгребу. И тоже. Не-не-не, знаешь как, ты пока там это, ты, если живется, ты живи, а я просто к тебе телепортируюсь, а потом ты сходишь и ко мне телепортируешься. Ну, в принципе, тут бежать-то, в принципе, плевать. Окей. Ну, давай тогда, да, так как ты предложил. Так будет получше, чтобы лишние километры просто не нарезать. Ага, сейчас я просто найду, кто тут чинит. Поразбирай там пока. Да нет, это успеется. Ох, кстати говоря, у меня какая хорошая штука. Но нет, на самом деле по статам она так себе оказалась. Так, я себе, пожалуй, возьму щит в одну руку. А то у меня что за защита вообще плоховато. Тут пока вот такого натиска сильного нет.
так что справлюсь. Да куда я денусь? Да я к тебе. С подводной лодки. Так, ну тогда я пошел в город. Ну давай. Починись. Так, надо мне что-то... Ох ты, посмотри, прямо лезет ко мне. Тут в городе, конечно, тоже мрак. Я не знаю, что-то... Тут, в принципе, в этой... Ох, там внизу такой титанище ходит. Офигеть. На задний план что-то в прошлый раз играл, вообще не смотрел. А тут просто да, ходит такая... Тоже, ну, просто уже как-то не обращали внимания. Да мы уже там этот были, уставшие какие-то. Да. Короче, такая какая-то огромная тварь. Трехэтажная ходит, там дома крушит. Фу. Ну, в принципе, товарищ Белиал был не меньше, но он хоть не ходил, а просто на месте стоял и то доставил. Сюда. Блин, откуда они тут? Берет в окружение. Подойду. Нужна ярость. Да, ничего, вроде справляемся. То есть обычно вот эти вот солдатики, угу, штуки три уже серьезную опасность представляют. Могут да и настучать. А, стрелы кругом нет. Вот там солдат. Я через портал назад зашел, в принципе, недалеко. Да. А вот тебе просто. Ох, как мне тут прут. Выгу. Да, так лучше. С щитом защиты гораздо больше стало. Хоть жить стал. Ну, на это и расчет. Рубка какая-то, конечно, хорошо, но, блин. Ох. Ой, там улетел кто-то, да? Несла кого-то. Птичечка. Так, ну здесь второй. Давай сразу его, наверное. Попытаемся зажечь. Давай. Главное замочить вот эту тварь большую. Внушающую такую. А, сейчас справимся. Я тоже так думаю. Давай уже. Давай. Топ. Все, улетел. Отвалился. Нужна ярость. Осталось с этими хренами разобраться. Так, ну вот на этом мы в прошлый раз закончили, да? Да, мы зажгли два. Все, отлично. Я слышал, ты лучший из лучших. Это правда. Прости. Герасим. Не знаю, она такая булава огромная лежит. Взял бы я. Так, оденем перчаточки. Защита получше, но немножко опыт. Пацанчик, что ты ходишь за мной? Может, мне помогут только нам? Только не сдавайтесь, братья! Так, это что за красные разводы? Туда лучше, наверное, не становиться. А, да, у меня что-то тоже такие подозрения. Блин, вот сейчас вот... Ох, ёлки-палки, чего? Ты видел, что прилетело? По-моему... Нам сейчас будут стучать. Да. Ладно, карусел, карусел. Кто успел, тот присел. Нужна ярость. Туда, блин, нафиг. Блин, быстрее бы инферно. Вот сейчас вот инферно мне бы сильно пригодилось. Ну ладно, слишком долго перезаряжать. Ну, где-то так. Ну ладно, если начинать стараться, то что-то получается, я смотрю. Да. Весь так что скоро у нас прохождение из веселого получится задротское, похоже. Такими темпами. Я оставляю от выбора просто. Да. Ребята эти. Ну что ты щипаешь меня сзади? И главное бежать. Ты что? Так, здесь ничего. Вон вижу третий сигнальный огонь. Ну, впереди. Смысл? А, вон там? Да. Понятно. А тут посмотрим, может где-то здесь. А хотя... Ну здесь их орда, как обычно. Да, как и везде. Вроде как. Давайте, ребятки, жарьтесь. Мне лучше. Я смотрю, им нравится, как даже доставляют. Ну, думаю, у них это хорошо так идет. Ах, ну, пролезть, скоты. Блин, да посмотри на этих гадов. Давайте, ребята, да, давайте. Блин, меня сейчас свинтят. Не, вот сильно как-то напряг пошел. Чувствуется. Вообще расслабиться не дают ни на секунду.
Ну да, тут к каждому костру подходишь, это испытание. Так, ну мне недалеко бежать. Зато он 91 золотой лежит. Зажег его? Да. Ай, молодцы. Так, ну это мелочевский, да. Что у тебя там? Ну, у меня тут те самые. Я мщу просто, страшно мщу. А, да, нельзя оставить, безнаказанно. То есть убиваю, прихожу к ним домой, там, даже убиваю домашних животных. Тараканов. Просто сжигаю все. Так, вот эти ребята, они, блин, стучат больно. Здесь вообще, как я понял, я, конечно, не сильно следил за сюжетом, но... То есть уже пошел прорыв, и именно вот то, что уже показывали в заставке, это уже... все, они уже ломанули, да? Уже там Азмодан, все дела, уже он... Ну, мы дневник слушали до этого только что, минут пять назад. Отдал, в общем, Азмодан приказ о падении на эту крепость. Понятно, я думаю, это просто видение было. Так, что-то поблизости даже ни одного этого не видать. Да, не видно. Давайте. Надпись на стаканчике не видно. Меня ранили. Так. Сумка Моргана я нашел. А в ней... Так, мне нарезали, сейчас я вернусь. И я их запилил. Хорошо, стучат качественно. Да, добротно. У меня лечилка моя спасает. Да, у меня лечилки нет. Аптечки, они очень долго перезаряжаются. Ну да. Между использованием. Ну да, это ничего. А тут лежит шедевральный грубый топор. Шедевральный такой. Грубый. Просто колоссальный. Треснувший какой-то. Вот сильное зелье здоровья мне пригодится. Да, сумочка лежит. С дневничком, если есть желание. После того, можно. Как меня перевели в бастион, все обстоит именно так, да как куда я. Куда ты убегаешь? Сплошная рутина. Солдаты целыми днями играют в кости. Ага, рутина, мы заметили. Этого следовало ожидать. Ведь от великой крепости прошлого осталось лишь одно название. Но я прибыл сюда с четкой целью – заработать денег для Анны. Надеюсь, с ней все в порядке. Вообще. Что, у тебя там нехорошо? Их просто тут миллиард. Давай ко мне вытягивай. А, блин, у меня же опять инферно выключено. Недостаточно ярости. Да. Давайте, ребята, давайте мы смогем. Нас рвут, а мы крепчаем. Процентов. Блин, а вот я ходил в город. Вот зачем, спрашивается? Я ж забыл починиться. А, ну. Пошел, продал все и вернул. Вот, блин. Ну ладно. Невелика беда. Ничего, здесь вообще как-то с этим проблем никаких нет. Ох. Дали плюшку в побоище. Убито 37 монстров. Махом. Что-то у меня ДПС какой-то недостаточно. Я должен эту мелочь с одного удара уносить в небо куда-нибудь. Увертливая какая-то мелочь. Пузатая пошла. Ну, ковырять приходится. Так, все. Одну приставучую тварь убил. Так там. Ну, я их не одну уже убил. Четвертый огонек. Зажечь, который надо. Так, хорошо, ладно. Так, а вот и он, да? Да. Нам сейчас нужно будет прорваться. Сразу, да, мочим эту скотину. Так, ты с огоньком. Гарная. Ох, она там еще и срыгнула. Как не вовремя. На секунду пораньше бы и свинтили. В принципе, герой очень силен. У этих выродков нет шансов. Извини. Отлично. Залетели. Так, надо поднять левел. У тебя левелап? Да. Активно пролети. Ну ладно. Я не скажу, что тебя беспокоить пока не надо.
передай, да, там. Кто тут у нас? Псины. О, сколько у вас нехороших. Окей. Так. Так, надо будет даже в этих скиллах разбираться. Что дает? А то я много оттыкал. Уже к завязке скоро. Только начинаем. Заставляют нас. Вон во снизу, видишь, какая дура идет. И смотри, сколько их бежит. Офигеть. Так, слушай, этот. Может, обратно пойдем в этот, как его там, в Тристрам? Да, мне понравилось очень. Я думаю, без нас справится. Так, не уйдешь. Здесь, скажем, вот от этого копья там, get over here, скорпионовского, вообще толку нет никакого. Давай, мелочь. Недостаточно ярости. Так, ну ладно. Ох, там кто-то улетел тебе. Ой, еще лезут. Блин, ну их тут просто вообще толпы. Откуда? Это как этот... высадка на Амаха Бич. Спасай добра. Точно. Народ такой там сидит, поблевывает. Потом он кривается, там полетели бошки, мозги там. Это у нас типа такого творится. Да. Недостаточно ярости. Подготовленный, неподготовленный, какая разница. Тупо да, мясо идет. Да, такие настали. Какая там тактика? Мясо и досвидать. А представь, что тут творится. Конечно. На... Вот народ играет на Инферно там. Ну, я, честно говоря, не знаю. Мы там, наверное, Тристрам бы проходили. Серии 30. Да. Это для тех людей, у которых есть доскональное время в этом разбираться. Это что такое за портал? Не знаю. А, это этот вызвал. Скотина убежал все-таки. А, вы его... Блин, я вообще за тобой не видел, что там этот... Вызвал. Чуть-чуть ему оставалось. Так, тут у нас серьезный дяденька идет. А, есть один. Блин, я в панике. Недостаточно ярости. Давай, давай. Инсигния душегуб. Ну чё инсигни? Инсигни это зажигающий? Это я зажигаю. Ну, по идее. Ай, зажигал. Отзажигал свое. Священная книга кровопийцы. Это не для нас, а для мага, наверное. Жезл сосредоточенности. Может быть, да, или для какого-нибудь там колдуна, или буду. Так, я не знаю, куда пойдем дальше. Посмотрим, что здесь. Пока идем, тут жизнь. О, ты ёпта. Вот она какая. Оказывается, целую, блин, запоминает. Это вот как из Mass Effect, как это называют, молотильщики вот. А. Блин, ну там когда молотильщик просто появляется, ты такой, да. Когда он гоняется, с этим жнецом начинается там вот драку. Да, вообще такой там... Ты такой, эпик. Вашу мать, давай, охренели. Овер там 10 тысяч зашкаливает. Ага. Так, ну что, последний остался. Я думаю, около него сейчас там вообще быстро. Мы все умрем. Да, вот он понимает меня. Конечно, умрут. Да, вот он. Ох, да? Смотри, там какая-то тварь. Ого, утекаем. По-моему, нужно тактическое отступление. Да-да-да. Во! Ни черта себе. Галгор. Ох, как он тебя. Ох, как он тебя. Тебе, по-моему, подлечиться надо, нет? Нормально. Огромный Галгор. Ну, могли бы из него что-нибудь поприличней высыпать, кроме зелья слабого. Ладно, кишка меня завалила, и то хорошо. Давай, давай. Вот и он, кстати говоря, костерчик-то. Запись. Огромный Голгар. Это, конечно же, огромная мистификация. Мистификация, по поверьям, да. Голгары – потомки печально известного демона, который разгромил половину преисподней после того, как великие воплощения зла были повержены в результате великого изгнания. Да, блин, что же за неугомонный такой? Если бы каждый раз платили по золотому за пересказ подобных небылиц,
то я бы уже давно разбогател. Ох, Костов. Не болит говорить, а тут только что с ним. Да-да-да. Не такая уж он и не болит. Так, что ты там напинываешь? Я только маленько прислугу его щипаю. Падай. Готов. Ну, все, в этот раз хорошо уработали. У нас достаточно слаженно так получилось. Фальшон пламени. Отлично. Блин, что-то у меня вещи какие-то все время выпадают хуже моих. Во. Аналогично. Та же проблема. Блин, это двуручный. Ну ладно. Так, окей. Ну что, огни зажжены. Все пять. Теперь ну, да, там за облачных стенах сержанта Далина. Пойдем. Ой, улетело. Трепыхайся сколько хочешь. Камень души все равно будет моим. Мне пора. Мне пора. Я в Тристрам. Так, что, да, новый левел. Ну да. Ну ты пока говори с Далином. Черт побери! Что это было? Это граната, парень. Мы видели зажженные тобой огни. Теперь страх не имеет над нами власти. Наши катапульты могли бы значительно сократить численность армии Азмодана, но мы не можем поднять их из глубин крепости, пока вокруг нас кишат демоны. Я помогу твоим людям поднять эти катапульты. Демоны разбегутся в страхе. Окей. Три катапульты. Так. Да блин, там этих демонов 100 тысяч миллионов. Что могут сделать три катапульты? Да ща размотаем, не волновайся. Так, ну в принципе инферно я встанавливать не буду. Ну посмотрим, что мне это даст. Окей, переходим на другую локацию. Каменный форт. Я думал, внутри будем бегать. Так, тут у нас портал, это хорошо. Будем знать. Если вдруг эвакуироваться придется резко. У меня тесак такой. Да. Соразмерный как раз. О, прилетели, сейчас испробуем. Ну плохо так, бывает. Недостаточно ярости. Духа не хватит. Вот там. А с ним процесс пошел. Ошметки летят. Тебя только. Ну, получше стало. Давайте. Блин, ну отлично вообще. Попроще стало. Наконец-то я нашел себе получше оружие. Свою. Ох, такие взмахи. Так кого-нибудь голову отрубить можно. Да. Так, что ты там, бочку ломаешь? Вандальшку. Смотри, что ты. Вандальшку тихонько. Капитан Хайли. Зикайль. Слава небесам, ты пришел к нам на помощь. Четверо. Нас осталось всего четверо, а подкрепления пока не видать. Беда в том, что подъемник не двигается. А через этот туман невозможно. Это еще что? Сейчас что-нибудь вылезет. Эти уроды из преисподней снова полезли. Точно. Что нам делать? Ну да. Что это делать? Что? Порубить? Я что-то ожидал, конечно. Понял, для чего тебе нужен меч? Мне объяснить? Справиться с нападающими демонами. Говно вопрос. Я думаю, по нарастающей сейчас полезет. Сначала эти. Вон уже эти полетели. Будет весело. Под конец огребаться будем. Да не, пока справляемся. Ну да. Тем более, портал недалеко был. Подъемник заработал! Держитесь, ребята! Скоро прибудет подкрепление! Вот он, подкрепление. Подожди, они, может они за нас? Готовьтесь! Не знаю, раньше как-то игра так достаточно вяло текла. Мы постоянно с вами разговаривали, что-то такое эпик попёр. Да, что просто конечно. Принимаем как все есть. Ну вот, да, ты что говорил, к третьему акту там начнётся. Победили! Call of Duty прям какой-то. Так и есть. Так, отлично. Так, это подкрепление приехало, да? Этим, да. С этим подкреплением разобрались, этих защитили.
обезумел. Вот на что бы они без нас сделали? Ну? Поддохли бы, гнили тут валялись. Хватит все ломать. Это я там, блин, два поворота пропустил. Как ты мог? А, сейчас бахнет. Ох. А то я подумал, что давно у нас не было. Да, затишье какое-то такое нездоровое. Мои раны затянулись. Отлично. Целительный неизбывный кошмар. Что это может быть такое? Целительный неизбывный кошмар. И даже страшно представить. Там опять снизу. Кто сказал, спасайся, пока мог? Те, кто еще не до конца умер. Судя по тому, что он мне договорил. Да. Да, на тесак зачет. Хорошо. В жизни, если надо. Бля. Пацаны просто стоят для того, чтобы уносили оттуда. Пацаны вообще котята. Ты смотри, как меня откинуло. Я тут эту мелочь так отшвыривает. Ну, там один мощный среди них просто. Ну да, я вижу. Мощный, понимаешь. Отбрасывает. Поцик. Ну да, отбрасывает. Блин, понабежали сверху. Помощнички. С этим, я думаю, мы справимся. Я исцелен. Ты посмотри. Вот эти падшие владыки постоянно наносят мне. Траур до сих пор живой, что ли? Да. Непорядок. Ну, это ненадолго. Карусел, карусел. Начинает тожнить. 109 золотых. Богато живут демоны. Что-то пролетело такое. А, метеорит. Или снаряд, что это. Ну, что-то эдакое. Вот этих надо быстро убивать. А то они щипаются издалека. Блин, он меня сейчас вытянет. Так, так, мы не нашли еще ни одной катапульты. Офигеть. А, мы что-то катапульты ищем, точно. Уже третью карту прошли, да. А я все как обычно загнался и жду, когда появятся новые костры. Мы же их потушили уже. Ну да. Так, ну в принципе на карте еще полно мест. Ну да. Ну по дороге, я думаю, пойдем встретим еще. В принципе тут развилок-то не так уж много. Главное вместе держаться. Да, там будет попроще. Шо? Так, тупик. Так, тут тупик. Тупик. Печально. Это нормально, опыт получили. Вот уже видишь, за опыт начинаем переживать. Ну да. Я уже довольно часто начинаю посматривать, сколько у меня аптечек. Со мной такого раньше никогда не было. Я даже не знал, что они у меня есть там. Приготовьтесь! Что там приготовиться? А, ну эти поперли опять. Пора делать инферно. О, хорошо, Най, хорошо. 10 монстров одним ударом. Фига себе. Так перезаряжается собака долго. Минуты 2-3. Это дело того стоит. Ну да. Но постоянно жалко, вот врагов-то не кончается, ты ее использовал. Думаешь, блин, еще раз. У тебя там мелькание, ты, ну, натурально, Брюс Ли. Там. Да, такой, правый кулак, 18. Так, отлично. Нужно еще время. Блин, да сколько их тут? Такое ощущение, что где-то здесь респаунер опять. Ну, кстати, может быть, да. Нужна ярость. О, затишье у меня, по крайней мере. Ну ты там улепетал куда-то. А вот, от тебя бегут. Бегут от тебя в панике. Сюда можешь не ходить, тупик. Ну я тут нарвался подбородком на булаву. Булава треснула. Квадратная челюсть — это судьба.
как по карте правильно идем. А там видно будет. Да, разберемся. Может, три штуки все там в одном месте стоят, их надо поднять. Ну, это опять стоял, чтобы его забрали. Такой. Ну, да, есть такая работа. Так, он стоять, чтобы забрать. Вот, мы к чему-то подходим. Сундучок, а в нем... Искусный амикт со знаком медведя в нем. Вот тут бомбежка идет. По полной. Опа, налетели. Ты посмотри. Наехали. Лимита. У тебя, то есть, лечилка действует, я так понимаю, когда, если я рядом нахожусь, то да, она не да. только на тебя, да? Нужно поближе к тебе держаться. Действие определенно. Всех союзников хилят. Уже слова пошли задротские. Да, смотри, там в последней серии вообще тут... Стараемся. Так, ну вон там... Я даже уже начинаю понимать принцип игры, там, механику, управление, что-то как. А раньше тупо бежишь, разговариваешь. Вай-вай-вай-вай. Держан Берроуз. А, это ты зажег сигнальные огни? Было дело. Помоги мне освободить новобранцев. Они поднимут катапульту. Виноват. Ну ладно, поможем. Да мы и сами справились бы без новобранцев. Да не, пусть помогает. Отлично! Теперь все надо защищать их, пока они поднимают да. катапульту. Кого защищать? Я пока никого не вижу. Так, пошли назад тогда. Назад? Да, вот один поднимает. А, вот. Ну один это... О. Ну нифига тут. Ярость. Фаусто! Он там телепортировался? А, нет, показался. Ну ладно, сдерживаем натиск. Ох, все, не успел нажать кнопочку. Тебя ж сломали, да? Сломали. Так, ну-ка не трогай наших пациков. Ох, меня тоже. Нехило так настучали. Ты живой, нет? Нет. Отлично. Ну, я чувствую, сейчас пациком нашим навешают. Ну... И катапульту в херму подвинут. Че ж поделаешь? Ну, я даже не знаю, чего мне прилетело. Вроде монстров не так много было. Видимо, бьют. Да там один какой-то был, желтый. Желтый вроде далеко был. Сел на трамвай, желтый, и уехал. Как там, братьев. Там один поговорками все время разговаривал. Да, да, да. Любишь медок? Люби холодок. Так, ну, блин, что-то далековато. А, тут опять кого-то унесли. Далеко, да, бежать. А вон они, вон они. Ну там уже одни трупы. И этот страшный бабайка ходит. Разошелся, мочим его. Скотина бездарная. Я исцелен. У меня нет уверенности, что мы сейчас. А, ну то есть они, похоже, новые будут подбегать. Да, видимо. Главное справиться с этими тварями. Ну ладно, это облегчает нашу задачу. И все. Главное время. Сумки закончилось место. Ой, зараза. Покосал. В сумке закончилось место. Фига себе. А, ну у меня почти тоже. Так, ну почти подняли новый. Катапульту. Так, сейчас я пристрою себе. Плюс 0.4 к защите. Пойдет. Уже вот-вот. Так, вот там. Поднимайте пока. Че еще тут у нас хорошего может быть? К здоровью, блин, нет. Так, я уже внимательно изучаю параметры, что мне больше защиты даст. Теперь они уберутся в страхе туда, откуда вы подняли. Ну что, давай, может, город там продадим все лишнее, пока такое затишье. Ну да, я думаю, сейчас мы, кстати, пойдем в город и серию, наверное, сегодня прекращать. Завершим. Давай там распродадимся сразу.
Но мы справились. Не без труда, но... Да. Так, а с Тирелем что-то еще поговорить? Ну ладно, в следующей серии сейчас перетрем. Да, нужно починиться, нужно распродать все вещи. Так, ремесло. А давай, знаешь, давай серию закончим, а потом распродадим это. Че сейчас? Окей, да, че время-то тянуть. Да, в принципе, короче говоря, как видите, тут уже приходится стараться. По-своему это неплохо. И я начал даже как-то получать кайф именно от того, что я знаю, умею, чьих рублю. Но, тем не менее, все равно игра достаточно сложная, потому что воскрешение постоянно есть. Ну то да, есть, хоть тебя убили, там какие-то штрафы идут, но вообще... Да это фигня вообще. Да, просто Дунканом Маклаудом себя ощущаешь. Да-да-да. Ну, короче говоря, увидимся завтра, продолжим. Через тернии к звездам. У нас все тяжеловато, но я думаю, справимся. Так что всего хорошего, увидимся. Всем пока. Пока-пока-пока.